Друзья, очередной обзор нашего Моргенштерчика «Утренняя звезда». Смотрим его творение. Давай! Давай, говорит. Открываются ворота, ребятки. Какая машина у него? Как называется машина такая, я не знаю даже. Ребят, сколько такая машина стоит, мне интересно. И как называется? Пососи. Видите, как он себя называет? Я, говорит, богатый, говорит, я. Видите, как смотрит? Ребята, он похож на этого. Человек-лошадь. Как? Кентавр. На кентавра. Да, смотрите, ребятки. Да, ребята, он похож на кентавра. Мне так показалось. Я вот увидела его, мне он напомнил кентавра. Лицо вот у меня коробка, говорит. Квадратное, говорит, лицо. Ребятки, коробки, ты ж басар так громко стоит, так и быть, делай фотку. Разрешает сделать фотку, вот пока я добрый. Ребят, он ведь такой сам по себе добренький, да? Но почему такой клип у него, вот такой голос? Почему-то он так зло поет, да? Пиздец охуевшина, суп твоя взадежная, я ударил ей бешеная. Припрыгай прямо на шнок, да это промежность. Ведь он ногти накрасил уже, новый тренд у него пошел, часы свои показал, свою цепь показал. Я, говорит, богатый, говорит, очень богатый, говорит, и вы, говорит, завидуйте мне. Суки твои будут краше, а на завидной накрашены, я легенд какой, но такой молодой, парфюм с мацой, турцы будут бой, думает не бог. Тренажер он как тренажер. И вот она просто прыгает, это она попу качает, наверное, я так думаю. Тренажер это. И все. Все, она сделала гимнастику, пошла. Сука, я тебе что, Иуда? С государством работал? Нет, но тебе буду. Что еще, типа, партер? Сделал деньги на долг? Да, это так, но на долг, что хейтят меня в комментариях. Сделал, говорит, деньги, говорит. Да я богатый, ёбаный. Что могу сказать? Мне Моргенштерн нравился всегда. Он, знаете, такой веселенький. Вообще мне нравился. У него палочка на голове вставала такая цветная. Помните, я говорила, похоже на пальму, прическу у него на пальмочке. И на голове он так делал. Рубашки такие цветные, красивые были. Вот на океане, где-то он плавает в океане. На море ездит. Красивый клип у него на корабле, например. Да? Но вот этот клип у него тоже неплохой. Ну, в смысле, как неплохой? Красивый. Красивый клип, неплохой, да. Но мне не понравилось то, что он, во-первых, зло как-то пел. Грубо как-то он пел. Я, говорит, богатый, говорит. Я, говорит, могу вам позволить сфотографироваться с собой, говорит. Ну, вот он как тренажер работает. Она садится, ты на тренажер. Вот бывает же велосипед-тренажер, беговая дорожка. А она как на тренажер села, попрыгала просто так и пошла.
ладно. Я вам разрешаю фотографироваться со мной, говорит. Я, как богатый, деньгами разбрасываться. Ну, я не знаю, ребятки. Ну, послушать можно. Послушать. Все. Мне не понравилось, что у него такой голос был, какие глаза такие злые. Он мне, знаете, кого напомнил? Вот был Горра раньше такой. Кто это у нас? Принц Горра из Mortal Kombat. Да, да, принц Горра. У него четыре руки. Вот что-то он на него похож, ребятки. Похож, да? На Горру похож и на этого коня похож. Кентавр. Кентавр, да. Ну, я так просто подумала, я не знаю, ребятки. Пока, мои хорошенькие.